Леночка, а ты доволен, что домой поедешь? Очень доволен. Яночка, а ты доволен, что домой поедешь? Очень доволен. Мы дома. Впервые вижу, чтобы Гена гладился ушком. Ты моя зайка. Мой ты ангелочек. Чудо, чудо. Здравствуйте, Инна. Здравствуйте всем подписчикам вашего канала. Я хочу выразить огромнейшую благодарность за помощь и спасение моего кота Геночку. Мы еще пока такие, то есть после больнички еще так вот выглядим. У нас зашито полностью ушко. Вот. Вот. Ну, мне сегодня уже врачи отдали. Очень тяжело все это переносил, очень долго. Именно с вашей поддержкой. Ну, впервые... Ну, Геночка, покажись, не бойся. Но впервые я вам вышлю видео, как он по дому ходит, какой он счастливый, просто еще очень слабенький. Спасибо огромное за то, что спасли. То, что спасли моего Геночку. Сейчас покажу вам его. Худенький еще. Ведь мы лечение продолжаем дома. Ой, шлетки. Мы лечение продолжаем дома, но там остальное я уже могу делать сама без помощи врачей. И мы можем гладиться вот так, то есть никогда вот так не давал гладиться, было больно, все время больно. А сейчас можем гладиться, и он урчит, и гладится. Просто сейчас, наверное, стесняется еще, да, Генчика? Покажись, маленький, покажись. Ёлочка. Спасибо вам огромное, низкий вам поклон. Сегодня один из самых счастливых дней в моей жизни. Спасибо вам огромное. Спасибо за доброе сердце. Инна, вам отдельный поклон, конечно. Я никогда, наверное, не пойму, как вы это все выдерживаете. Но без вас никак нельзя, наверное. Наверное, никак. Спасибо вам.